Стоит Никита, наш бэкэнд-разработчик, супер парень, обожает играть в футбол и тусоваться до утра, душа компании. В центре стоит парень, которого мы схантили, это Роман. Супер молодой, супер перспективный, основная его мечта написать генератор денег и ничего в этой жизни больше не делать никогда. Ну и замыкает нашу колонну Александр, самый высокий человек этого вечера. Он работает в Mail.ru, senior iOS developer. Мозги нашей команды, обожает писать идеальный код и восхищается прекрасными женщинами. Так, ну это Евгений, душа компании, крутой iOS-разработчик. Сейчас разрабатывает убийцу Microsoft. Все время проводит в Твиттере и читает про Swift. Молодцы! Отлично! Спасибо!